Первая выставка в рамках проекта «Музеи городу», приуроченного к Международному дню музеев, состоялась еще в мае 2012 года. На этот раз Брестский областной краеведческий музей, постоянный участник мероприятия, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» организовали совместную экспозицию под названием «Город в моем сердце». Первый проект состоялся в 2012 году. Приняли в нем участие 4 музея. Это наш музей, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Музей истории города и Кубринский военно-исторический музей. И каждый год состав участников менялся. В 2015 году к нам присоединился музей Белорусского Полесья из Пинска, Березовский историко-краеведческий музей. Ну а в этом году мы вдвоем. Почему? Потому что, наверное, вот такая тема. Именно Брест. Брест в полотнах наших художников. На выставке представлены 26 живописно-графических работ и 2 скульптурные композиции мастеров разных поколений, чье творчество неразрывно связано с нашим городом. Работы разнятся по своей стилистике, но объединены через художественный образ Бреста, который авторы воплотили в своих произведениях. На выставке также представлены личные вещи художников, их инструменты, фотографии и документы. Очень широко представлен именно городской пейзаж, то есть работы посвященная нашему городу. Это такая своеобразная изобразительная летопись нашего города, которая охватывает очень широкий период, то есть начиная с первых послевоенных лет, когда это все начиналось, когда была создана областная организация Союза художников, и заканчивая, конечно же, современными работами. Изобразительная летопись Бреста интересна не только с чисто эстетической и художественной точки зрения. В связи с тем, что архитектура и дизайн города постоянно меняются, данные работы представляют историческую ценность, и с ходом времени их значение будет только расти.